Этому котеночку месяц и неделя приблизительно. В хорошие ручки пристраивается котенок. Девочка маленькая, но к пристройству готовая. Сама кушает, ходит на лоточек. Была найдена в капоте машины. Обратите, пожалуйста, внимание. Вдруг вам как раз такого чуда дома и не хватало. Маленькая, аккуратненькая, такая мурчащая. Трехмесячные полосатики. Примерные девочки. Ищут дома семью. Они аккуратненькие, ходят на лоточек, пытаются ловить мышек игрушечных, кушают все. Пристраиваются дедули в частный дом с последующей стерилизацией, либо в квартиру в надежные добрые руки. Хлопот обещают не доставлять. Они как маленькие детки, любят играться, бегают за детками, чтобы поиграться. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.